Вчера в селении Солнечное открыли детскую площадку. На открытии принимали участие председатель общественной палаты Хасаритовского района Галсан Аккозов, директор МКУ УЖКХ Казбек Алхаматов и его заместитель Магомед Абдуллаев. Буквально 3 месяца назад в рамках реализации проекта «Мой Дагестан. Комфортная городская среда», инициированного главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым, в селении Солнечное Хасаритовского района состоялось торжественное открытие властями района общественного парка, где приняли участие глава района Джамбулат Салаов, региональный координатор партийного проекта «Городская среда» от партии «Единая Россия», депутат Народного собрания Республики Дагестан Нариман Тимуркаев, общественный координатор проекта «Мой Дагестан. Комфортная городская среда» Рукият Ахмедова. Праздники продолжаются. Сегодня мы открываем новую детскую площадку, которая построена на сэкономленные средства при строительстве общественного парка. Пользуйтесь на здоровье, радуйтесь, но и поддерживайте порядок на площадке и сохраните, сказал, выступая Магомед Абдуллаев. Сегодня мы находимся на игровой площадке, которая благоустроена за счет сэкономленных средств при благоустройстве парка, которая построена в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды муниципального образования Хасаритовского района. Эта площадка построена за счет сэкономленных средств при благоустройстве парка. Всех вас, детей наших, поздравляю с открытием этой площадки. Значит, пользуйтесь, отдыхайте, игровой инвентарь, сохраните их, чтобы они работали до того периода, на что они рассчитаны. Спасибо, во-первых, за парк, теперь за детскую площадку. Село заиграло новыми красками, и мы постоянно приходим сюда. И знаете, как красиво вечерами в парке, когда вначале нам показывали этот проект, мы даже не думали, что он настолько окажется красивым. Мы от всей души благодарим главу Дагестана, главу района за внимание к жителям поселения, за предоставленный комфорт, за ту радость, которую будут испытывать родители и дети, у которых теперь вторая детская площадка, говорят глава села Солнечный Ильмадин Хасбулатов и учительница младших классов Исмат Аблиева. Хочется благодарить всех, кто причастен к этой программе «Комфортной среде» за строительство этого парка, шикарного, прекрасного парка. В нашей школе, вы все знаете, 917 детей учатся. Это огромное село. Для них это огромная радость. Хочется всех поблагодарить, кто причастен, главу района, поблагодарить всех, кто причастен. Построили нам очень хороший парк, поэтому дети очень довольны. Допоздна ночи, можно сказать, до 9 закрываем, правда. Дети радуются, вместе с родителями проходят, есть где посидеть, отдохнуть, качели, карусели. Здесь все для детей, для развлечения. Тоже хочу поблагодарить главу администрации за то, что нам построили такой парк. В свободное время, на большой перемене, мы с детьми приходим, отдыхаем, играем. Очень удобно, очень комфортно. Спасибо огромное всем. Хотим поблагодарить от имени наших жителей села за то, что он нас включил в комфортную среду, что построили нам такой парк огромный. Два парка, где дети могут отдохнуть. Очень рады дети. Стоит отметить, что в связи с эпидемиологической ситуацией церемония открытия детской площадки была немноголюдной с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.